Камера, мотор, начали. Итак, как же будет проходить наш с вами процесс обучения? Вот как я, Илья Завитновский, буду работу эту делать. Сначала я начну очень мягко. Я проведу у вас аудит, помогу вам эти поведенческие индикаторы все вычленить, составить учебный план. Буду вас поддерживать в этом нелегком процессе. А потом начнется взрослая пахота. Потом надо будет дисциплинированно делать эти мастер-классы, дрючить персонал, чтобы они во время посттренинга действительно выполняли эти задания. Я буду требовать от вас выверенной методической работы, и это будет достаточно жесткий тренинг, который потребует от вас серьезного времени и самоотдачи. В чем будет клевый результат? В какой-то момент я стану вам не нужен, и это отлично. Я передам вам эту технологию, и вы сможете с ней дальше идти по жизни. Это ваша стоимость как сотрудника на рынке труда. Это капитализация вашей компании, в которой появился новый эффективный бизнес-процесс. И есть компании из этого числа, которые вы видите на слайде, которые этот путь со мной вместе прошли. Спасибо.